Улучшение качества работы автошколы – одна из важнейших задач, которой сейчас занимается управление ГИБДД совместно с руководством данных учебных заведений. Для того, чтобы учить кого-то ездить, нужно уметь это делать самому и иметь необходимые документы, разрешающие преподавательскую деятельность. Это основной вопрос, которые обсуждали участники конференции. На сегодня мы в системе, в том числе образования Рязанской области, в преддверии 1 сентября и нового учебного года для себя приняли одну из главных задач. Это повышение уровня самого педагога. Вот сегодня мы как раз и говорим по старинке, обучить только движению. Я сама технарь. О том, как включать, хотя пока не училась водить машину. Вот. Но сегодня очень важно ориентация на местность, скажем так, да? Вот этому, если мы сегодня, и у нас не обучали наши преподаватели, наших образовательных организациях, которые готовят водителей, мы для себя такую с вами задачу будем ставить. И будем повышение квалификации ваших работников, и заинтересованы будем с Институтом развития образования и с нашими коллегами из ГИБДД, будем предлагать вам такие обучающие семинары. Кроме того, в автошколах теперь будет вводиться урок психологии. Ведь подготовить хорошего водителя, способного быстро адаптироваться к современным городским реалиям, не так-то просто. Ученики в основном надеются на своего инструктора. А стоило бы включать и собственную головушку. На моральную подготовку и раскрытие потенциала юных водителей и будут направлены эти занятия. Обучение, да, вот этим психологии, возможности, чтобы не было этих психологических конфликтов, но и курс для того, чтобы повысить культуру самих водителей, культуру вождения и поведения на дороге. Ну и, конечно, пора бы прекратить принимать бесчисленное количество учеников в один учебный класс. Ведь чем меньше слушателей у преподавателя, тем больше внимания будет уделяться каждому из них. Индивидуальный подход – залог качественной подготовки водителей.